Собрать ребенка в школу сегодня стоит дорого. Расходы кратно увеличиваются, если детей несколько. Любая помощь здесь на вес золота. 9 семей сотрудников подмосковной Росгвардии, в которых есть первоклассники, получили в минувшую пятницу подарки к 1 сентября. Акция прошла в Главном управлении Росгвардии по Московской области, которое базируется в Реутове. Начальная школа, сам первый класс, среднее образование, оно дает фундамент вам на будущую жизнь. Всегда слушайте своих классных руководителей, своих учителей, своих наставников, чтобы в будущем быть умниками, так как ваши родители, такие же, как ваши родители, ну и защищать честь и славу нашей Российской Федерации. Первоклашкам и их родителям показали поучительный мультфильм и в торжественной обстановке вручили рюкзаки со школьными принадлежностями и большие корзины со вкусными фруктами. Хочу поблагодарить Главное управление Росгвардии. Хочу поблагодарить вас, да, общественную организацию, за такие отличные подарки. Тяжелый рюкзак, ребенку даже трудно его поднять. Огромное спасибо, я представляю, сколько там всего нам полезного и нужного. Благодарим вам, желаем вам здоровья, счастья и не забывайте про нас. Вика и Настя Барышева изучать подарки начали сразу же после церемонии. Виктория в этом году пойдет в 3 класс, Анастасия в 1. Старшая сестра на правах опытного школьника взяла инициативу в свои руки. Это обложки, по-моему. Это обложка. 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 Клейпол. Да. Так. И еще обложки и тетрадки по математике. Так. Краски. Это краски. У нас папа работает в электросталинском отделе вневедомственной охраны. Ему позвонили из отдела кадров и пригласили поздравить наших первоклашек в управление Росгвардии. Вот. Мы, так как папа сегодня у нас на охране общественного порядка, приехала я вместе с детьми. Девочкам подарки понравились. Они рассказали нам, что очень любят рисовать и с радостью увидели в подаренном рюкзаке краски, карандаши и альбомы для творчества. В заключение отметим, что мероприятие прошло в рамках всероссийского проекта «Помоги собраться в школу» и было организовано руководством Главного управления Росгвардии по Московской области при поддержке общественной организации «Наставник». Евгений Сафаров, Дмитрий Мирошников, телеканал ТВ «Реутов».